Всем доброе утро. Моя рыбалка начинается сегодня вот так вот ночью. На улице уже начало ноября. Заморозки первые. На улице сейчас 0, минус 2. По дороге ехала, периодически сыпет такой нормальный снег. Сегодня весь день обещали снег. И сегодня я приехал ловить уже такой, наверное, последняя надежда на поимку трофея этой осенью. Взял с собой крупного живца, спиннинг. И у меня на рыбалку где-то около 4 часов. Но думаю, если за это время будет клевать сегодня, то наловлю я свою заветную щуку. Все уже собрал. Сейчас по темному расставлю кружки, поставлюсь на якорь и буду кидать спиннинг. Надеюсь, к этому времени уже чуть-чуть будет посветлее. И все вам уже покажу с воды. Вперед! У меня все готово. Вот так вот я их снарядил. Сейчас покажу. Вот такой у меня карасик крупный. И начну я с выхода, со входа, вернее, в яму. Ставлю свои кружки. Снова посыпал снег, но поклевок пока нету. Все кружки стоят, джих молчит. Но будем надеяться, сейчас щука проснется, покажет, как она умеет клевать на кружке. Вокруг меня кормится какая-то мелочевка, видно, плотва, либо какой-нибудь подлещик вышел, его просто тут шуба скопилась на этой яме. Ну, значит, где-то должен пасти его и хищник, этого малька. Кто-то зацепил палку какую-нибудь, или траву. Ракушку. Вот он сам ко мне плывет. Ой, утонул. Значит, щука там хорошая. Вон он под водой плывет. Сейчас мы его поймаем. На яму вышла. Ну, покажись. Ага. Фу, прям сердце бьется. Не хочет сдаваться. Я даже ее увидеть не могу пока. Где-то под лодкой он. Ну, ты мой трофей осени. Хорошая щука. Килограмм 4 точно. А может и 5. Гляньте, какая ширина. Вот это хорошая щучка. Схватил как аккуратно. А, какая пасть у нее. Ну-ка, иди-ка сюда.
что делает свои ставки. Я думаю, она ближе к 5, эта щучка. И тогда это будет самая крупная щука этой осени. 3 800 63 900. Ошибся. Ну вот, щучка есть. А это значит, рыбалка уже состоялась. За это можно и выпить чайку. Вновь нарядил свои кружки. Расставил опять тут их по яме. Вон, смотрю, где дальний там лещ скотча, как ненормальный. Это хорошо. За лещом обычно где-то крупная щука скрывается. Возможно, мы ее сейчас увидим. Ага. А у меня тем временем снова поклевка. Да, стоит, не двигается кружок, но стоит рядом с травой. Возможно, что щука завела в траву и стоит какая-нибудь травянка. Да, да, крутится. Стоял, наверное, где-то под корягой. Гляньте, как крутится. Идет, 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 идет. Опа! Ну такая, около 2. Да, глубоковато. Ты ее взяла. Вновь расставляю кружки. Еще раз хочу показать этого гигантского живца, который я ставлю. Но я его ставлю в надежде на поимку трофея. Поэтому такой крупный живец. У меня вновь переворот. Летала тут она с этим кружком. Я плыл к ней с дальнего угла. Вот он стоит. Ну так вроде шевелится. Должна, наверное, быть тут щука. Вот она, да. Не знаю, каких размеров. Пока катает, но тяжелая. Да, домики. Да, это явно крупнее первый. Такая толстая. Даже губу он ей порвал. И опять гляньте, как глубоко заглотила.
Ну что, ответственный момент взвешивания. Я думаю, крупнее первой. Потому что она намного толще. Сейчас посмотрим. Ровно такая же. Ровно такая же. Только я встал на якорь, хотел попить чайку с бутербродиком. Смотрю, у меня самый дальний, он перевернутый. Ну, не кунается ничего. Может быть, крупный живец перевернул. Сейчас понаблюдай немножко. Если что, поплыву цеплять. Да уж, спиннинг молчит уже, по-моему, третью рыбалку. Как я не стараюсь, что я не кидаю. И щука там, главное, есть. Я вот, где последний щук поймал, туда прям много раз кидал разными приманками, но поклевки так и не было. А как только там появился кружок, щука сразу на него отозвалась. Не знаю, возможно, я что-то делаю не так. Но почему-то никак не могу поймать щучку на спиннинг. Все, вот и пролетели мои 4 часа рыбалки, которые я планировал посвятить тут щуке. Да и, честно говоря, клев уже закончился. Немножко начал подмерзать. Ветер прям такой северный, холодный, на минус переворачивает. И поклевки уже закончились давно. Где-то час и кидаю в пустоту, и кружки молчат. Но я очень доволен сегодняшней рыбалкой. Щучки стандартные, щучки хорошие. Поймал на котлеты, на уху. Что может быть лучше? Всем спасибо за просмотр. Пока. Посмотреть, что произошло. Уже попрощался, сложил спиннинг. Все тут начал сматывать. И плыл вот за тем дальним кружком. Мне ветром его снесло. Самый конец. И сейчас смотрю, записываю уже прощальные слова. Смотрю, прям кружок переворачивается и плывет. Вот он до сих пор вертится. Ну что, крайняя щучка на сегодня. Погнали. Может быть, это то, зачем мы сюда приехали. Вот он крутится, вертится и плывет на яму. Ух ты! Какой-то борец. Первых минут, не минут, вернее, а вот с первых секунд вываживания никогда не понятно, что за щука, потому что куда это она в разные стороны ходит, и вес ее вот так вот навскидку сразу определить нельзя. Но то, что это явно какой-то не карандаш, 100%, потому что, наверное, такая же, вот, как и до этого были. Я так предполагаю. Но пока что я никого не вижу. Да. Стандартный щукан на сегодня. И мы его взяли. Вот она, красавица, широкая, осенняя красота. Вот она. Блин, все инструменты даже убрал. Да, и все глотает как одна. Очень глубоко.
Отдай, отдай. Все, отдала.